Виталий Яблановский – один из старейших художников курорта. Все его работы реалистичны. Мастер не изменяет привычным жанрам и долгие годы пишет пейзажи и натюрморты. Виталий Яблановский постоянно принимает участие в городских, краевых и международных выставках. Его работы побывали в 17 странах. Многие произведения художника находятся в музеях и частных коллекциях в России и за рубежом. Название юбилейной выставки «Живопись» характеризует все полотна, представленные на экспозиции. Работы написаны художником в разные годы, начиная с 80-х и до настоящего времени. Мастер-реалист максимально точно передает яркость горных склонов Красной Поляны, живописные места Салахаула. А в своих последних работах художник постарался отобразить курорт во время подготовки к играм. Ту теплоту, то ощущение, когда, что сам чувствуешь, когда находишься в этом объекте. И все это я стараюсь воплотить уже в красках для своей живописи, чтобы передать как можно звучней, интереснее. Даже вот иногда и чувствую, что звук можно где-то передать. Вот я так реалистично хочу это все изображать. Всего на выставке представлено более 70 картин. Полюбоваться работами Виталия Яблановского жители и гости курорта смогут в течение месяца.